Мне казалось, что Донской и Ярик объединятся и будут пилить Дели, но я просчитался немного в прогнозах. Между Донским и Яриком некая кошка пробежалася. Если вы смотрели Лигу Призинку, Ярик играет на Московии, и он Москву переименовал в Дебил. Город Коломны он переименовал в Донской. И если сложить название городов в одно предложение, я думаю, что Донской дебил, то между парнями что-то не так. Хотя, с другой стороны, может быть, они забудут старые обиды, все-таки приз на кону.